Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 5. Урок 35. Из 17 килограммов 400 граммов муки испекли 24 одинаковых пирога. Сколько муки пошло на каждый пирог? Найдем, сколько муки пошло на каждый пирог. 17 килограммов 400 граммов разделим на 24. В одном килограмме 1000 граммов. 17 килограммов – это 17 тысяч граммов. Добавим к 17 тысячам граммов 400 грамм. Получим 17 400 граммов. Разделим данное значение на 24. Первое неполное делимое – 174. Делим на 24, берем по 7. 7 на 4 – 28. 8 пишу, 2 запоминаю. 7 на 2 – 14. Да еще 2. Получается 16. От 174 отнимем 168. Остаток 6. Сносим 0. 60 – это второе неполное делимое. Делим на 24. Берем по 2. Умножаем 2 на 24. Получаем 48. Остаток 12. Он меньше, чем делитель. Сносим 0. 120 – наше третье неполное делимое. Делим на 24, берем по 5. Получается 725 граммов. Столько муки у нас пошло на один пирог. 725 граммов пошло на каждый пирог. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.